wszystkich gminnych powiatów. Federacji Lacji przypominamy, że program obustawiona będzie na chwilę na 2 godziny po zakończeniu spotkania. Время футбола. Коли вы у экранов, то готовьтесь к интересному. Мы, Юрий Розанов и Василий Соловьев, вам готовы это пообещать. Но помощь команд нам необходима. Сегодня им предстоит очень непростая задача. Не могу не согласиться, Юр, потому что сегодня соперник мощный. Ну что ж, игра началась. И Аршавин. Великолепный пас делает партнеру. Глушаков. Денисов. Анюков. Едем дальше. Ну же, чуть точнее был бы гол. Жирков с мячом. Денисов. Жирков. Смотрим на Аршавина. Широков. И это Аршавин. Иньеста. Как говорили болельщики в Советском Союзе, по-стрельцовски. Так, молодец. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Неточный пас или защита сыграла здорово, а вернее всего и то, и другое. Хаби Алонсо. Так себе оборона. Думаю, надо бить и забивать. Отобрал здорово. Что дальше? Передача получилась безадресная. Фабрегас. Вот моментище. Чаще всего защищающийся просто больше. И все, конец атаки. Или, вернее, начало другой, со стороны соперника. Да, это был удар на удачу. Как этот мяч вообще не вылетел за пределы стадиона? Теперь мяч у Хави. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. Есть с кем отыграться. Вот это шанс! Очень часто после прострелов защита перехватывает мяч. Вот как раз такой случай. Так можно упереться и в угловой флажок, если соперник позволит. Широков. Загоев. Хороший пас. Подавай, пора. Нет, здесь по краю не пройдет. И это Жирков, он может. Денисов.
И вот пасует партнеру. Уверенно забирает мяч Серхио Рамос. Так, так, продолжаем. И вроде бы разрядил ситуацию. Как-то уж очень спокойно, да, перекатывают мяч игроки в атаке. А что ж оборона-то дремлет? Это внешняя неторопливость от ощущения собственной безнаказанности, если угодно, могущества своего. Хорошая передача и улучшается позиция. Ну вот, есть шанс. И отличная передача, может быть опасна. Сильва великолепно работает с мячом. И я думаю, что в момент приема надо его атаковать. Потом будет поздно. Очень уверенно команда себя чувствует на подступах чужой штрафной. Любая команда много атакует флангами, поэтому противная сторона должна быть к этому готова. Анюков. Загоев. Денисов. И Александр Киржаков с мячом. Арбелоа. А теперь и соперник поправит свой процент владения мячом. Анюков. Денисов. Глушаков. Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. Сильва. И контроль мяча у чужой штрафной — это не только опасность сиюминутную, это еще и минус нервы соперника. Денисов. Загоев. Глушаков. Мяч у Киржакова, будет удар. И удалось мячом завладеть на фланге игроку. Денисов. Побороться, побороться и ударить. Классические действия вратаря после навеса. Это только первая половина игры. Как правило, вторая бывает и горячее, и более страстной, и более непредсказуемой. Ну что ж, очень важная встреча, очень важная международная. Чуть не политический аспект сюда вкладываем. Надо ли удивляться тому, что матч пока скучноват? Конечно, надо, потому что люди ждали шоу, а что они получили взамен? Ну что ж, когда два игрока сразу входят в игру, это определенно свидетельствует о решительности тренерской задумки. Ну что ж, мы будем надеяться, что второй тайм как-то нас немножко вознаградит за терпение, которое мы все, футболисты, не в счет, проявляли в первые 45 минут. Ну а что, я никуда не тороплюсь. Они вроде никуда не спешат, но это они вид делают. Ослабит соперник, бдительность пиши пропала. И вот на фланге отобран мяч. Аршавин. Что Жирков придумает? Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. Хаби Алонсо. Сильва. Не думаю я, что команда закладывалась на потерю мяча в такой ситуации. Очень неплохо. И ударом от ворот кто-то, скорее всего, вратарь, введет мяч в игру. А счет равный. На каждую замену наставник противоположной стороны, в общем-то, должен реагировать.
Сильва. Вот это мы называем от греха. Из my love. Жирков с мячом. И теперь атака пойдет в другую сторону. Фабрегас. Вы знаете, это многие назовут пижонством. Зырянов. Из my love. Широков. С мячом на фланге Юрий Жирков. Широков. Денисов. Можно сказать, и в стеночку. Зависает мяч на штрафной. Чей он будет теперь? Неудачный прострел. Соперник перехватывает мяч. Иньеста. Пока все очень здорово. От соперника испанцев мяч ушел, стало быть, им, то есть испанцам, и вводить мяч в игру. Замена двойная, но в разных коллективах. И сборная Испании будет вбрасывать. Иньеста. Хави. Вот передача. Должен быть гол. Если один из трех или четырех кроссов будет достигать ноги или головы партнера, это хороший показатель. А вот сейчас победило большинство. Думаю, надо бить и забивать. А я скажу, что должен был бы быть страхующий игрок. Против такого дриблера один в один выставляться. Но только клоуны из себя делать. Конечно, тем более, что технически нужно, в общем, действительно, брать вдвоем вот этого товарища. И вот он, пас. Хави. Абелоа. А теперь дальше. Думаю, надо бить и забивать. И это гол! Гол! Похоже, что вторая половина игры будет куда результативнее, чем первая. Зырянов. Семшов. Брегас. Вот это, пожалуй, можно уже назвать и комбинацией. Брегас. И передача на бровку от Андреса Иньесты. Ну а теперь надо выбивать. Ну и давай, Аршавин. Жирков. Загоев. Измайлов. Вот момент. Ну и, похоже, сам игрок забыл, какая у него нога рабочая. Мог бы, наверное, пропустить и ударить ударной своей. Но мы-то помним, какая у него нерабочая нога, потому что у нас в досье написано. Перехватывает мяч Фабрегас. От соперника испанцев мяч ушел, стало быть, им, то есть испанцам, и вводить мяч в игру. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. И сборная Испании будет вбрасывать. Иньеста. Настолько быстро передачи, настолько быстро перемещение игроков, столько свободных вариантов, что кажется, соперника просто нет на поле.
прекрасно сыграно в защите. Я не исключаю сюрпризов, которые игра нам преподнесет, но не исключаю того, что сюрпризов больше не будет. Давно не было голов. Анюков. Денисов. И это Жирков, он может. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Опасно! Похоже, так вратарь и останется без оценки от известной газеты, поскольку за что оценку ставить? Он, по-моему, мяча ни разу не касался. Денисов. Семшов. Денисов. И вот это называется кросс, то есть пас с фланга в центр. Неудачный прост. И последним в матче слово берет судья. От печки плясала команда и в конце концов оказалась права. Слава богу, что печка хорошо сложена, поэтому и получается игра от обороны. Ну и прощаюсь уже быстренько. Нервов мы потратили немало. Комментатор ваш Юрий Розанов. До новых, надеюсь, скорых встреч.